51-летний Иосиф Пригожин едко высказался о звездах, которые с гордостью сообщают, что живут на 50 тысяч рублей в месяц. Звездный продюсер утверждает, что не представляет, как это возможно. Недавно Лейсан Утяшева призналась, что ей хватает такой суммы, потому что она ведет очень экономный образ жизни и разумно подходит к тратам. Однако супруг певицы Валерий уверяет, что в реальности достойное существование невозможно при таких расходах. Иосиф отметил, что он каждый месяц инвестирует в творчество своих артистов, поэтому ему нужен не 1 миллион ежемесячно. «Я считаю, что люди, которые говорят, что в месяц можно жить на 30-50 тысяч рублей, лукавят», — отметил Пригожин. Он напомнил, что при таком уровне доходов невозможно дать детям образование в Швейцарии, а также снимать красивые клипы для Валерии. «Я человек, работающий с 12 лет, не могу себе позволить оставаться в зоне заработка 50 тысяч рублей. Не согласен, что на эти деньги можно прожить». Те люди, которые дают эти комментарии, они не живут на 50 тысяч рублей, невозможно полететь на эти деньги в Испанию, дом купить. «Это все легенды», — пояснил Пригожин. Продюсер отметил, что на двоих у них с Валерией 6 детей, а также есть близкие родственники, которые полностью находятся на их содержании. На оплату коммунальных услуг в квартире мамы продюсер тратит 20 тысяч, а его собственный дом обходится в 50 тысяч. «Не хочу лукавить. В эти сказки я просто не верю. Но тогда вы должны жить где-нибудь в халупе. На окраине города, мне этих денег не хватило бы. Мне меньше 1,5, 2 миллионов просто невозможно. Я физически просто не могу», — резюмировал продюсер в беседе с Пятым каналом. Иосиф Пригожин с горечью признался, что его бывшая жена все профукала. Продюсеру удалось похудеть. Он встал на защиту Лолиты в ее конфликте с Юрием Лозой.